Всем привет! Хотел немножко показать, что у меня уже вырисовывается. Уже гоню второй этаж по чуть-чуть. Вот, уже неделю здесь вот заросла борода. Это строили. Сегодня едем домой. Сегодня подъем был ранний и успел положить еще до 10 утра положить один ряд. Хочу немножко показать. Значит, вот, кстати, помостик сделали, такой мостик, чтобы удобно было ходить под стеной. И в следующий раз, когда приедем, планируем заливать вот этот вот проем. Значит, здесь будет лестничный проем 2,30 на 2. Вот, пока думаем, вроде как должна у нас получиться наша лестница тут. Вот, ну, можно, конечно, еще добавить, но пока вроде 2,30 мы планируем, еще буду считать, пересчитывать. И, в общем, вот этот вот весь проем, половину, да, вот этого проема мы будем заливать. Как мы это будем делать, это будет в следующих видео, я думаю. Мы берем двутавр, одеваем его на плиту, вот, потом ложим каркас арматуры, вот так вот между двумя двутавриками, я думаю, по 50 сантиметров, два двутаврика забиваем на плиту, выставляем, значит, здесь каркас и здесь делаем сетку. Делаем сетку, снизу опалубку из досок подпираем, как минимум в 6 точках. Вот здесь еще доска будет, и потом это все будет заливаться по, ну, по верхнему уровню плиты. Вот это вот у нас в следующий раз мы планируем это сделать, потому что я не могу центральную стенку продолжать возводить. Вот я ее поднял, вот сколько смог, да, сколько позволяет ступеньки, лестницу сделал. Вот дальше нужно положить нижний ряд, ну и все последующие. И к тому же у меня здесь, как раз в этом проеме, у меня две двери комнаты. И у меня здесь будет по центру возводиться колонна. Ну, из этого же блока будет возводиться колонна, и она будет сразу на перевязку с перегородкой внутренней между комнатами. То есть такая Т-образочка будет. В следующий раз тоже это вот, нужно будет уже начинать делать. То есть залить плиту, потом одновременно с центральной стеной нужно гнать в перевязку и центральную стеночку между, перегородочную стенку между комнатами. Ну, что тут еще? Вот окошко лестничного проема. Вот здесь, значит, лестница у меня забежная планируется. И для того, чтобы свет освещал лестницу, вот это будет окошко. Оно начинается ниже, чем все окна. Можно было еще ниже, но я решил так. По высоте оно будет 2 метра, даже больше, по-моему, 2,20 это по высоте. 80 на 2,20. Вот. Короче, такой вот помостик. Удобно ходить. Козлик где-то отъехал. В общем, ставится козлик один. Маленький у меня козлик, чтобы вот сейчас эти ряды, я тоже с маленького козлика делаю. А следующие ряды, которые выше, там уже будет большой козлик ставиться, чтобы доставать туда. Потом перемычки, потом армопояс, в общем, все как на первом этаже. У меня полноценный второй этаж. Вот. Пространство между плитами, они такие конусные, немножко, такие как желобок. И уже, видите, вот по краям уже закидали цементно-песчаным раствором. Замешиваем прямо здесь, сюда поднимаем песок, цемент. Прямо здесь уже колотим, сюда шланг с водой подаем, чтобы вода, ну, воду тоже не носить, там с колодца. Вот, ну, щели вот так вот, да, замазываем между плитами. И еще очень удобно, что вот есть вот эти отверстия технологические в плитах. Туда скидаешь весь вот такой всякий бой, мусор какой-то, все туда посметал, меньше как, короче, не надо там совок заметать, в общем, туда поскидывал, потом раствором закидаем это все и попрячется оно. Вот здесь еще такие вот у меня отверстия есть между плитами. Вот это все тоже будем закидывать. Вот здесь вот у меня большое отверстие, мы положили доску, тоже будем заливать. Ну вот так вот уже вырисовались окна. Вот комната Марты, у нее два окна. В общем, в каждой комнате по два окна. Никому не было видно. Ну и не только это. Да,
Это вот наша комната будет. Два окна. И комната Марка. У него тоже два окна. На юг и на запад. Вот так вот. Все, будем собираться ехать. Всем спасибо. До новых встреч.